22 мая. На улице теплый, ясный день. Отличная погода. 23-25 градусов тепла. Может даже больше. На улице ясно. С моря дует легкий бриз. Так безветренно в городе. Люди отдыхают, гуляют, выгорают. Есть даже купающиеся, но вот на этом пляже их только нету. Этот пляж готовится к сезону у нас, как видите сами, там подкрашивают что-то, подделывают. Скоро ведь уже июнь. Время без 10:06. Но все еще тепло. Вечером уже не так холодно, как раньше. В общем, ребята, если хотите смотреть Черное море каждый день, то обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Самое главное, это подписывайтесь на мой канал. Всем пока!